Кажется, певица Адеми решила основательно так уйти в актерство. Нет, мы не намекаем на то, что она оставляет сцену. Такого в ее планах нет. Но и отказываться от кинопредложений она тоже не стала. Ну, я играла в коротком метре, и очень много людей, кто видел этот короткий метр, и люди стали просто звонить, писать, предлагать. И самое интересное, что мне больше всего нравится, никаких кастингов. Я очень не люблю кастинги, потому что на кастинге ты не раскрываешься. А что за проект, расскажите? Это 13-й регион, второй сезон, получается. Я играю, моя героиня именно в этот сезон вводится, потому что в третьем сезоне она должна играть главную роль. Насколько мы помним, в 2015 году вышел первый сезон этой криминальной драмы. И, как становится понятно по названию, повествует сериал о жизни в 13-м регионе. В Шымкенте, то есть. Кстати, на этот раз героиню Адеми, как ни странно, вновь зовут. Героиню зовут Дина. Так же, как и меня, мне везет. Почему-то мое имя нынче стало популярным, что в первом фильме я играла Дину, что во втором. Поэтому хочу сразу сказать зрителям, что это не я, это просто героиня, которую зовут так же, как и меня. Певица обещает, что увидеть ее на экранах можно будет уже в этом году, правда, зимой. Так что мы будем ждать с нетерпением.